Служебное положение акима Торайгырского сельского округа Байнаульского района Мухтара Молшина позволило ему передать землю в аренду родному брату. В конфликте интересов разбирался совет по этике. Глава сельского округа состоял в земельной комиссии, которая выбирала, кому предоставить участок. Победителем конкурса было названо крестьянское хозяйство Молша, однако никого в комиссии не смутило, что фамилия и отчество руководителя этого КХ такие же, как и у акима. В этом году, вы сами знаете, тяжелое лето было, сено-косные работы велись в тяжелых условиях, и цена выросла. И каждое крестьянское хозяйство, каждый сам регулировал цену. Аким сетует на то, что именно крестьянское хозяйство его брата пошло навстречу и установило минимальную цену, что и послужило причиной выбора КХ Молша в качестве победителя конкурса. Тем не менее, по закону Мухтар Молшин должен был заявить самоотвод при рассмотрении вопроса о предоставлении земельного участка. Однако аким этого не сделал. Лучше бы я не голосовал, я чувствую. В этом ничего не решало. А объектив, тем более в нашем районе, все вы знаете, в любом районе, все друг друга знают. Все знают, кто, какие хозяйства, чем работают, как работают. Увы, аргумент «здесь все друг друга знают» нередко остается главенствующим в сельской местности и ставится выше буквы закона. Хозяйство Молша, наоборот, занимается вот такими социальными помощью. Оказывает доставку углем бедным людям, мясом раздает, подписка газет. Вот это хозяйство занимается. Таких хозяйств... По пальцам посчитать 3-4. Антон Закопарович, это вас не оправдывает, да, чем занимается? Не надо как бы ходатайничать за крестьянским хозяйством Молшина. Решением Совета по этике рекомендовано наложить на Мухтара Молшина дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Ергали Рамазанула, Ертас Акпарат.